Всем привет! Добро пожаловать в прекрасную солнечную Тулу, город-герой, отличное настроение. И Арсенал принимает в Туле Шинник. Интереснейшее противостояние, статусные команды, которые оставили серьезный след в истории российского футбола и продолжают свою историю писать. И сегодня мы с вами посмотрим за личным противостоянием этих двух серьезных команд. Итак, на наших экранах Артем Смолин, арбитр из Вологды, который сегодня работает в качестве главного арбитра. Павел Новиков, Сергей Ядров на бровках. Павел Шишкин, резервный арбитр. Насыров, неплохо. Дальше передача в штрафную. Красиво разыграно. Ткачев, удар! Вот он, голевой шанс! Как красиво разыграли, как вывели Сергея Ткачева. И все правильно делал 11-й номер Арсенала. Просто не попадает в ворота. Чистейший отбор мяча. Каких поводов поставить 11-метровые, но так это продолжится. И вот он, шанс, удар! И, пожалуйста, Дмитрий Самойлов. И вообще, хотелось бы отметить, это делаю каждый раз, когда приезжаю в Тулу. Чуть позже Луценко, удар! Ламбольд классно среагировал. И здесь отчасти, может быть, и удар не самый прекрасный. Сокол достаточно активен. Третий номер после выхода на замену. Оказывается, в штрафной и бьет в ближний. Чем-то этот эпизод напоминает удар Дмитрия Самойлова в первом тайме. Панченко играет дальше по левой бровке. Подача. И вам будет очень неприятно. На самом деле мяч пошел для голкипера Шинника. Чуканов развернулся. Заброс. Красиво. Момент. И можно забивать. Удар. Кащенков. Кащенков. Ты видел это, Ашот? Ты видел это? Я это видел. Браво. Браво вратарю Арсенала. И Кулишев классную передачу исполнил. Ох, как все это интересно выглядит. Момент. И 1-0. Шинник все же забивает. Только стартовала 70-я минута. Шинник разбирается с обороной соперника. Артем Кулишев. Но как здесь все сделали четко. Классно. Качественно. Своевременный пас и не менее своевременный удар под опорную ногу Антона Кащенкова. Это мастерски. Достаточно высоко оборонительная линия Арсенала. Это может привести к чему-то опасному. И это было хорошо. И это был Ираклий Манелов. Хороший перевод на Сокола. Сокол набирает скорость. Передача низом. Удар. Штанга. Момент. И снова Арсенал. Очень хороший в построении быстрой атаки из глубины. И это такая уже, в общем, система игры в последние минут 5. Много спасений у 75-го номера Шинника. Был эпизод, когда мяч в штангу прилетел. В общем, отчасти Арсеналу и не повезло, но Шинник сегодня был лучше. 1-0. Минимальная победа ярославской команды. Победа в рамках 32-го тура Мелбет первой лиги. Сухой матч для Дениса Вамбольта. И в целом классный футбол в исполнении команды Дмитрия Новоецкого. We'll be right back.